Большим и указательным, большим чередуем басы по принципу тоники. Если тоника пятая, как, к примеру, в аккорде HM, чередуем пятую с четвертой. Если тоника четвертая, как в аккорде FDS7, играем просто четвертую. Тоники указаны красной точкой на схемах, схема аккорда в описании. Аккорд HM, тоника пятая, играем пятую, большим указательным вниз, потом четвертую, струну, большим пальцем указательным вниз. После каждого вниз левой рукой струны можно приотпускать. Даже желательно. Даже рекомендуется. Вот. Еще раз. Левой рукой приотпустили, чтобы их заглушить. Второй бой тоже играется двумя пальцами. Басы также чередуются по принципу тоники. Пятый бас указательным вниз, вверх. Четвертый бас указательным вниз. После последнего вниз также струны можно глушить левой рукой. И в ходе песни эти два боя чередуются между собой.